spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. Сегодня в нашем обзоре представлена серия безинерционных катушек от известной французской компании Mitchell. Это линейка под названием MX3 с приставкой LE. На данный момент в нее входят 7 моделей в 4 размерах. Вес катушек находится в пределах от 203 до 252 граммов, а передаточное число составляет 5,2 или 6,2 к 1. Давайте поближе рассмотрим экземпляр с индексом 1000. MX3 LE выполнена в черном матовом цвете с красными элементами. Их основным предназначением является оснащение спиннингового удилища. С целью снизить общий вес конструкции, при этом не потеряв жесткости, корпус и облегченный рот изготовлены из графита. За плотную и ровную намотку отвечает система замедленной осцилляции. А плавная работа достигается за счет установки 9 подшипников. 8 из них шарикового типа и 1 роликовый. За один полный оборот рукояти выматывается от 62 до 98 см лески. Чтобы защитить ротор от случайной прокрутки в обратном направлении, предусмотрена система мгновенного антиреверса. Перфорированная шпуля выполнена из алюминия и оснащена небольшой пластиковой клипсой для фиксации лески. Скошенный бортик помогает делать более дальние забросы. Катушки с приставкой в виде английской буквы S в названии отличаются меньшей лесоемкостью. Кстати, вместимость, в зависимости от модели, может составлять от 150 метров манофила диаметром 0,12 мм до 190 метров толщиной 0,32 мм. Также отметим наличие усиленной дужки лесоукладывателя. Мультидисковый фрикционный тормоз имеет переднее расположение и способен справляться с максимальными нагрузками от 5,4 до 7,6 кг. Для защиты тормозных дисков от воды и грязи предусмотрена специальная эластичная прокладка. В нижней части корпуса мы видим переключатель реверса. В одном положении ротор вращается исключительно в режиме намотки, а в другом крутится в обе стороны. Металлическая рукоять оснащается округлым сечением кнобом из EVO. Но обратите внимание, здесь предусмотрена рифленая прорезиненная вставка. При желании ручка складывается на время хранения. Для этого необходимо немного ослабить прижимной винт с противоположной стороны. Также есть возможность из леворукого варианта сделать праворукий или наоборот. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.